Я завжди запитуюся у прихильників «руского міра», а що хорошого ми можемо з нього взяти? Росія просто не може запропонувати нам нічого хорошого ні в культурному, ні в технологічному плані. Скажіть, будь ласка, коли ви чули, щоб Росія дала світу якусь нормальну технологію? Атомну енергетику вони вкрали у німців. «Жигулі» – це погано оброблена напильником копія «Фіату». І навіть культова гра для радянських дітей, де вовк ловить яйця – це просто стирена гра у Нінтендо. Максимум, що вони можуть запропонувати – це різні види отрути для жахливої смерті своїх опонентів. Хтось скаже, що ми, українці, теж не можемо нічого запропонувати світу в сенсі технологій. Так, можливо. Але ми при цьому не кричимо на весь світ, що ми сверхдержава. Ми просто з вдячністю користуємося технологіями, які дає нам цивілізований світ. Без претензій на світову велич. Українська ідея, як такова, це ідея деградації і підчинення себе Западу. На правах рабов. Тому що більше предложити нечого. Тільки красиві жінки і дешеві руки. Создана була ця ідея в Австро-Венгрії. Австро-Венгрия была основана на идее подчинения славян немцам. Теперь это называется евроинтеграция. Из этого и выросла немецкая нацистская идея. Они поверили в то, что их предназначение управлять славянами, как скотом. И как только украинцы этой идеей вооружаются, они первым делом начинают разрушать все, что построила здесь Россия. Разрушать то место, в котором они живут, до основания. Лучшее выражение идеи – ее плоды. Мазепа, Петлюра, Бандера, теперь Зеленский. Ценность украинской идеи определяется практикой. За 30 лет с места одного из самых развитых государств мира по уровню человеческого развития скатиться до уровня Африки по производительности труда, по доступности образования и медицины, по жизненным перспективам. Вот ценность украинской идеи. Украинская идея всегда является оружием самых мерзких тварей. Мы хотим свое национальное государство на землях, которое нам подарила Российская империя. Она враг. Присоединил Советский Союз, он тоже враг. Но землю мы возвращать не будем. Людей, которые живут на этой территории, мы даже спрашивать не будем. Сделаем их против их воли украинцами и загоним всех в тот же самый свинарник, из которого вылезли мы сами. Украина – антирусский проект. Другой цели Украины нет. Украинство – это лютая ненависть к людям, считающим себя русскими. К тем, кто не приемлет евроинтеграцию под именем украинец. Вот и вся разница. Разница не этническая и не языковая. Это разница мировоззренческая. Если человек принимает идею подчинения русских земель Западу и включения народа в Европу на правах дешевых рабов, то он становится украинцем, какая бы ни была у него фамилия, какого он не был этнического происхождения. Если человек этого не приемлет и тем более сопротивляется, то будь он даже евреем, мордвином или ассирийцем, он становится русским. Украинская национальная идея – идея превращения огромного пространства в один грязный, вонючий хутор, из которого все, что может ходить, должно убежать. Украина уже в том состоянии, что свое население она прокормить не сможет. Все работоспособное будет уезжать. Будут оставаться старики и дети. И дети взрослее тоже будут удирать. Население будет сокращаться и высвободится огромная территория. Земля, которая будет принадлежать транснациональным корпорациям. И останется здесь только то население, которое нужно для его обслуживания. Рабы. Вот те перспективы, от которых сбежал Крым. И от которых с оружием в руках защищается Донбасс. И я точно знаю, что под властью киевского режима сегодня находятся миллионы людей, которые думают так же, как и я. Моих друзей. До скорой встречи, друзья!